Милиет, Турция, США и Россия, тайные союзники. Тунджабинген. Милиет, Турция. 27 августа 2019 года. ВС Турции с помощью серии операций под названием «Лапа», «Пинчи», военные операции против запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Примечание Перев. В настоящее время идет третий из них. Фактически создала в Северном Ираке безопасные зоны, глубина которых в некоторых районах превышает 30 километров. На первой стадии практических мер по созданию безопасной зоны на востоке от Ефрата в Сирии было проведено первое совместное вертолетное патрулирование при участии турецких и американских командиров. Конечно, это не означает, что проблема отрядов народной самообороны, и ПКСЛЭШ рабочей партии Курдистана. РПК, решена, поскольку по-прежнему не ясно, какой будет глубина этой зоны, кто ее будет контролировать. Так что самостоятельное проведение ВС Турции операции в этом регионе вероятно, и это может случиться в любой момент. Тем временем и на западе от Ефрата напряжение достигло наивысшего накала из-за горячих событий в Идлибе. В связи с этим все внимание обращено на встречу Эрдогана и Путина которая состоится 27 августа. Иными словами, Турция и на поле боя, и за столом переговоров совершенно четко дала и дает понять, что в вопросе уничтожения всех направленных против нее угроз она настроена решительно. Более того, невзирая на США и Россию. Ведь обе эти страны с одной стороны ведут себя с Турцией как союзники, а с другой стороны, действуют в направлении собственных интересов. При этом одна из них использует террористическую организацию ИПК, РПК, а другая – сирийский режим. Мало того, между ними словно существует некое тайное союзничество. Не так ли? Действительно ли может идти речь о такой ситуации и своего рода тайном консенсусе между США и Россией? На этот вопрос отвечает экс-глава управления разведки Генштаба Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хак и Пекин. Исмаилак Пекин, Исмаил Хак и Пекин, возможно, определенное единство понимания. Не трогать друг друга. Так было и во времена холодной войны. Они по мере возможности не задевали друг друга. Но они пытаются что-то сделать, не заходя на поле противника. Если появляется кто-то на их собственном поле, его так или иначе устраняют. Ни Россия, ни США они хотят, например чтобы Турция имела слишком большое влияние за столом переговоров. В таком случае они единодушны в этом вопросе. Да, они не хотят, чтобы Турция имела влияние за столом переговоров. Другой вопрос, что они вмешиваются в дело друг друга не явно, а используя другие страны, разведывательные организации. Таким образом, на западе от Ефрата имеет влияние Россия, а на востоке от Ефрата – США. Когда на эти территории вторгается кто-нибудь третий, две страны противодействуют этой ситуации и тем или иным образом препятствуют вмешательству. То есть, например, Россия не думает, давайте объединимся с Турцией и осуществим такое вмешательство. Если бы Турция в одиночку вмешалась в ситуацию к востоку от Ефрата, ее отношения с США ухудшились бы. Турция стала бы еще ближе к России, но осталась бы там Турция несмотря на это, поддержала бы ее Россия. Это точно неизвестно. То есть никто открыто не говорит, мы на стороне Турции. Нет, не говорят. Между ними, очевидно, существует молчаливое соглашение. То есть мы видим, что каждый пытается препятствовать вторжению других стран в их зону господства. Исмаил Хак и Пекин, полагающий, что события вокруг создания безопасной зоны на востоке от Ефрата и напряженность в Идлибе связаны друг с другом, продолжает, если Турция усилит свои позиции в этом регионе, то есть, допустим, Турция действительно добилась создания безопасной зоны на желаемых условиях, остановила партию Демократический Союз Лешибк в этом регионе и стала распоряжаться на востоке от Ефрата, она уже и так взяла Африн, Джираблуз, Эль Баб, в Идлибе вместе с Россией объявила режим прекращения огня или зону деэскалации и к тому же взяла под контроль Хаят Тахри Рашшам, Преемница Джибхата Нусры, запрещенный в РФ, примечание редакторов. Тогда Турция станет достаточно сильной за столом переговоров. Они не хотели этого и препятствовали этому. Означает ли это, что они могли договориться? Могли. Конечно, это негласные и неписанные соглашения, но Трамп или другие официальные лица, например, комментируют ситуацию и говорят, не трогайте. То же самое касается Путина. Россия может сказать, пусть все останется как есть. И, кстати, они время от времени общаются друг с другом. Иными словами, ни США, ни Россия не хотят, чтобы Турция усилилась на востоке и западе от Ефрата. Не хотят, это ясно и понятно. Ведь Турция, которая очень сильна на поле боя, может получить желаемое за столом переговоров. Вот чего они боятся. И по мере возможности не желают даже пускать Турцию за стол переговоров, если это в их власти. Но разве это возможно? Конечно. Нет, без Турции за столом переговоров не обойтись. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.